Телефонные мошенники обманули жительницу Муравленко более чем на 4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавший позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина сообщил, что на имя женщины оформлен кредит и предложил ей защитить денежные средства от посягательств мошенников. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая пришла в банк и оформила на свое имя кредит на сумму более 3,5 миллиона рублей. После чего приобрела сотовый телефон, установила на него приложение для перевода денежных средств и ввела в указанное приложение данные 4 банковских карт, которые продиктовал собеседник. В результате она лишилась более 4 миллионов рублей.